Здравствуйте, мальчики и девочки. Давайте посмотрим сейчас заставку. Охрана! Все сюда! Живо! У нас тут кот! Мы высадим вас, сволочи! Всех до единого! Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. Вот так-то вот, ребята. Мы сами придем в Америку. Нас не нужно искать, мать твою. Никакого оружия. Контракт запрещает. А кто узнает? Генерал МакГован. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости, я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. Сэм. Пушку-то отдай. Погнали. Все-таки, мать твою. Хотел приныкать, да? Ах ты, козел. Загружаю. Готово. Группы, это король. Начинаем. Пешка готова. Вы заметили, да, как много сейчас игрушек появляется? Пеш готов. И фильмов про нападение на Америку. Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня. Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему, мы тут гости. Да, но у них все так просто. Их, конечно, и раньше было много, но сейчас вот просто повалило. Загружено. Как из рога изобилия. И по игрушкам, и по фильмам. Готово. Все нападают на Америку. Все я хотят ее уничтожить. Срок действия 40 дней. Брось его. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин 02. Прошу разрешения на взлет. Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин 02 на связи. Прошу разрешения на взлет с вертолетной площадки АХ-9. Что, мать твою, происходит? В жопу правила. Как в жопу правила, мать твою? Что ты делаешь? Генерала МакГована? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. На тебе гранатку, чувачок. Лечись. Лечись гранатой, гранатоприложением. Сейчас что-то рванет, пацаны. Группа Браво, что у вас? Браво, готово. Вперед. Ой, какие страшные заставки на движке Unreal, господи. Все какое-то квадратное, некрасивое. Падай, кто ж тебе поможет? Спасай себя сам, мать твою. Вот такая вот завязка, ребята. На Америку напали, взорвали к чертовой матери базу. Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. И наш ГГ свалился со своим напарником на вертолете в канаву, блядь. Вик, помоги, я застрял. Телефон Чарли.
Да. Мы целы? Что случилось? Вертолет сбили. Мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь с ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал... Вертолет не сбивали, его просто снесло взрывной волной. Так что ты уже пиздишь, Сэм Фишер. Пошли. Я так понимаю, это Сэм Фишер, да? Застрял. Как-то он изменился в лице. Почему ты так думаешь? Наверное, его физиономию поменял движок Unreal. Боже, все игрушки делаются на Unreal. Только вчера я XCOM новый смотрел, тоже он был на Unreal. И вот Сэм Фишер. Что же творится с этим миром, мать его? Все делают на Unreal. Потому что это дешево и удобно. Ну а самое главное, дешево. Эти парни, похоже, против, а у нас нет даже пистолетов. Укроемся пока в канале. Так, ты можешь быстрее шкандыбать, Сэм Фишер, например. Ох, что-то рвануло. По звуку точно гран. Кнопочка С. Так, наши хотели съебаться, но их злобные террористы заебашили. Так, старый добрый индикатор. Который показывает, что нас не видно. Я играл во всей части Сэм Фишера. Да мать твою, ну е-е-е, давай. Единственное, что вот последняя мне часть не особо понравилась. Не сильно помню сейчас, как она называется. Какой-то там селектор не смертельный, Б. Смертельный. Что мы тут выбираем? Выбираем смертельный. А зачем нам оставлять? А как этим воспользоваться? Да, если привести Капрала сюда, этот парень уже мяг. Эй, кретин! Так. Уже я обзавелся пушкой. Это уже неплохо. Найти генератор помех какой-то там. Злые террористы захватили Америку. Блин. Патриоты будут играть, патриоты-славяне, в эту игрушку. Спасать Америку. Они ж не любят такого. Так, ребята, а как их вырубить? Смотрите, как их так много. Давайте попробуем. Офигеть, их до хрена.
Может, с вот этого начать? Ой! Твою мать! Мне кранты, пацаны. Все, пацаны, мне пимпец. Ну это ж тяжело, как там можно пробраться незаметно. Там так до хрена народу. Так, надо начинать с вот этого чувачка, вон с того. Да, он тут как раз. Опа. Так, и нужно им наносить смертельные удары, что с ними панькаться? Это ж террористы, правильно. Будем их валить. Так, теперь с вот этих попробую начать. Не, пацаны, ничего не получается. Офигеть. Вот это да, на первых самых шагах уже, блин. Уже я застопорился, офигеть. А что дальше будет? Ну я, конечно, не большой любитель стелса. Этот стелс достаточно сложный, матери. Так, смертельный так и стоит. На. Можно поднять тело, перенести его, но мне это сейчас вроде незачем. Как же вас дальше устранять? Мужчина, не идите сюда, пожалуйста. Да, кстати, эти враги стали не такими тупыми, как раньше. Когда на них уже падает буквально лампочки, которые, по которым ты стреляешь, им на голову обсыпаются, они все равно никак не реагируют на это. А тут даже ты подходишь тихонько сзади, и они уже оборачиваются. Это тяжело, мать твою. Так. Куда-то я пробрался. Тихо. Полежи, отдохни. Не психуй. Так, наверное, я их мочить не буду, пацаны. Давай, тикай. Все нормально, видите, пацаны. Там уже стрелять начали, но главное, я дошел до катсцены, пофиг. Мы вызовем помощь. А, прикол. Свои. Ты вырубишь эту штуку? Я постараюсь. Как там парень? Скверно. Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Помолчи, ладно?
Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось. Черный список победит. Блэклист победит. Какие интерфейсы. Какая крутая операционная система. Просто нужно водить руками по столу. А все остальное сделает компьютер. Великолепно. Да, и особенно интересно, когда такие компьютеры показывают прям это, кадры с места событий. Наверное, каждому мозг встроена камера, и компьютер все записывает, иначе я не знаю, как это объяснить. Вот это да. Том Клэнси's Prison Child Blacklist. Паладин 1 и 4 эшелон готовы, мэм. Но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Стэн. Разгром на Гуане, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти без лидера. Держись, Вик. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. А с Гримс Доттер отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Грим, ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Сейчас мистер Фишер решит все проблемы, мать твою. Один человек разгромит, блять, всех террористов. Не дурно, правда? Первый раз летишь? Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник прототип? Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио, а ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, сэр? Хочешь поговорить об улучшении? Позже, покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АМБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все не хвастал. СМИ. Стратегический многоцелевой интерфейс. Супер-пупер компьютер. По сравнению с самими разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через обсад, если ты на Земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить. Спасибо. Использовать. Да, Сэм. Чуть не забыл. Твой отца. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе СМИ. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к СМИ, потом малость поднастроить, и можно в пекло. Спасибо. Так, что здесь у нас? Снаряжение,
фильтр, текущее задание, друзья. Шпионы-наемники. Так, сетевая игра, нет. Мне нужно одиночное задание. Убежище. Задание черного списка. С каждым выполненным заданием компании СМ все ближе к тому, чтобы остановить инженеров. Предотвратите следующий теракт черного списка. Пока не поздно. Продолжим. Вывезите Андрея Кобина из убежища в Бенгази. Текущий высший уровень сложности, без убийств, незаметно, мастерство, список задач, тайник, найти флешку, приоритетный объект, захватить террориста живым, ноутбук террориста, взломать компьютер. А как начать все, собственно? Как начать игрушку? Так, ой. Куда-то я уже не туда попал. Ну, короче, это они, я так понял, сделали такой интерфейс, чтобы можно было выбирать задания и играть в них. Интересный рапорт, Бриктор. Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной Клэру. Они взяли парня с данными Фагуана, но никого не пускают к нему, пока не закончат. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин, это о чем-то говорит? Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ТРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ТРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин. Инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить меня. Ого. И он еще до сих пор жив? Андрюшка Кобин. Загадка. Что делать-то? Давайте уже рожайте, что вы, блин, делитесь. Пора начинать, мать твою. Начать задание, твою мать. Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно ты как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает сыру. А ну тихо. Тихо, мать твою. Лучше пройти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище. Доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Глин. И учтите, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. А вот это будет сложно. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю, я работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Вы не приедете. Фургон, все будет. Ты мне так и не ответил, сэр. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно. Нужно сделать все чисто. Начинаем, мать твою. Let's go, 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 go. Экипаж, вылетаем в Бенгази. Грим говорит, Кобин нужен живым, так что не расходись. Используй светошумовые гранаты. Снаряжение недоступно. Ну, тогда начать выйти и начать задание, мать твою. Убежище Бенгази, Ливия. Вывести Андрея Кобина из убежища Бенгази. Бенгази, Ливия, мать твою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Брикс, ты видишь, что вокруг убежища? Что вы тут продаете, ребята? Баранов? Магазин электронной техники. Березки. Электрон.
Вообще крутые телеки. Стреляют у вас тут, ребята. Ну это у вас обычное дело. Так, ладно. Грим, продолжай пытаться. Дай знать, если агент отзовется. Туалет есть у вас? Занят. Спасибо. Я в туалетик неприметный. Турист. Здрасте. Шукран, алиби. Шукран, мукран. Твой агент вышел на связь? Не вышел. Боевики повсюду, Сэм. Сказал же, чисто не выйдет. Тю, все, я супермен, мать твою. Я переоделся в туалете. Ой, чё ты так бегаешь быстро? Найдите Кобина, написано прямо на стенке. Так, это селектор-милектор. Вот это да! Вот это круто, мать твою! Опа, за стеночку, хоп! До стеночки прилип! Чё не прилипаешь? Выбрать другое укрытие. Хоба! Оглушение убийства с оружием заполняет шкалу устранения. Так, ну этого придурка можно не смертельно убить. Иди сюда, дорогой. Можно устранить. Альт, отметить двух охранников. Враг недосягаемости. Подберитесь ближе перебежками. Контрол, устранить. Путюк, путюк. Путюк. Не вижу, пока нет. Может лучше. Некогда, я захожу. Так. Ребята привезли кого-то на фургоне. Телевизор и чувака какого-то. Ну, это обычное их развлечение. Оп. Мещ. Кто там, мать твою? Иди сюда, дорогушка. Так. Я не пойму, это сидит кто? Тоже террорюга? По-моему, да. Устраняем, матик. Футю. 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 Ну, вот так вот, ребята. Включить, выключить свет. Выключим свет. Фух, что здесь у нас? А, здесь у нас проход. Так, а что мне? А, ну ладно. Нужно еще пользоваться всеми вот этими штуками, которые у него разными шумовыми липучками, вот, например, как там написано. Прочая фигня. Чё он сюда идёт? Футю. 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 Мать твою.
Да, похоже, ошибочка. Так, ну что, ребят, пока вроде продвигаемся. Вроде все нормально пока. Так, где же наш Андрюшка Кобель? Никто не знает. Вон тот чувак. Нужно его снять, мать твою. Так, шумовая липучка. Что она привлекает внимание, да? Так, твою мать, что с этими придурками делать? Блин, какие будут идеи, пацаны? Тихо, тихо, тихо. Что же с тобой делать? Иди сюда, иди. Блин. Твою мать. Этот ублюдок как раз стоит. Очень плохо, очень плохо. Так, отмечаю их, короче, и устраняю. Недосягаемости, какого черта мотая. Так как же в недосягаемости? Иди сюда, иди сюда. Ой, что-то они возбудились. Ну все, пипец мне. Так, чуваки, вы кто? Идите отсюда. Да, не слишком тихо получилось, но ничего. Лучше так. Залазь. Отметить, как-то забраться. Иди сюда. Дорогуша. Ой-ой-ой. 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 Пошли вы, нигеры. Патрончиков-то все меньше и меньше. 12 штук уже осталось. Давайте идите отсюда. Пока я добрый. Заперто. Я на позиции, Сэм. А нашего агента нет? Трудно сказать. Принято. Фу, сколько их здесь. Ой, что у нас тут есть? Дымовая, ночное видение, камера-липучка, штурм с глушителем. Есть у нас просто-напросто пулеметик-автоматик. Что делать с этой толпой? Их тут трое. Так, что у меня там есть? Дымовая шашка. С
смысл ее использовать. Шумовая липучка. Так, ну этого можно убрать. Ну толку. Это меня заметят, если я начну подбираться. Пошли вы, мать вашу. Где ты? Где ты? Пошел ты, нигер. Давай. Посылочка у нас. Ты же сказал, что Кобин здесь. Должен быть, сэр. Я предположил. Никаких предположений, когда я здесь, ясно? Сэр, отдави. Твой агент нашелся. Он мертв. На подходе еще боевики. Уходите, сэр. Ладно, нужны варианты. И поживей. О, да. Это я, Мерка. Подключи телефон к отца. Я хакну это левое дерьмо на раз. Окей, Чарли. Где ж Андрюшка Кобин? Так, так. Чарли, живей. Есть. О, да тут жесткая порнушка. Засеки место звонка. Есть, отследил. Перебрасываю на твой абстракт. Эй, твою же мать, там полицейский участок. Брикс, готовься отступать. Вас понял. Тут грузовики с противником, с десяток боевиков. Вижу, я вас прикрою. Что делать будем? Куда сматываться? Твою мать, чё ты не... Пробел, я ж нажимаю, пробел. Давай, давай, ой-ой-ой-ой-ой, прыгай ты уже, мать твою. Ой, тихо, тихо. Нормал. Патронов, фонарь практически. А он не подбирает патроны с врагов убиенных. Нет. Это плохо. Ой-ой-ой-ой. Так, пошел, давай. Ой, тихо, о, перезарядить можно. Так, отметить врага. Недосягаемости. Куда мне дальше? А, вот, тросик. Давай, мать твою. Оба. Просто спрыгнул ему на голову. Очень удобно. Тихо, тихо. Заныкайся, блин. Фух. Так, что здесь у нас? Уть. Что у нас тут есть? Все по-старому, да? Угу. Не расслабляться. Ой, зачем я это сделал? Ой-ой-ой, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Смертельный, конечно же. Иди сюда. Иди сюда. Да-да-да, сюда-сюда, прямо. Опа. Следующий. А, можно подбирать автоматы. Ладно.
Так, следующий, пожалуйста. У меня все спокойно. Все спокойно? Так, этих двоих можно убрать, я так понимаю. Но их-то еще вон сколько. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Опа! Опа, и меня замочили. Тоже нормально, а чё? Блин, мать твою. Хорошо, хоть начинаем не с самого начала, это уже приятно. Давай, 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 давай. Опа. Тоже нормально. Не как в прошлый раз. В прошлый раз круче было, ну ничего. Группа, разделись на них 5. Так, что ж с вами делать, ублюдками? Котенок, иди на папочку. Оп-ля. Я понял, продолжай искать. Давай, перебирайся. Тут все чисто. Ой, ой, ой-ой-ой, и нет вас больше. Больше вас нет. И больше вы не доставляете проблем. Так. Вот так вот, ребятки. Давай ты. Ты, дружок, иди сюда, иди сюда. Дружочек, давай, давай, давай. Ближе, 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 ближе. Да куда ж ты пошел? А? Тела? У нас тут убили. Он... Ой, ну хотя бы так. Фух. Так, куда мне дальше? Тут еще. Тут еще товарищи ходят. Или он тут один? А, он еще, бля. Тихо, тихо. Сейчас мы его по-тихому срубим. Иди сюда, иди сюда. Опа. Еще один, давай, давай. Ой. Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Блин, опять замочили, а? Ёлы-палы, а? Путитю, путитю, путитю. Да. Это не так уж и просто, ребятки, оказалось. Тюм-тюм-тюм. И все. А? А? Им что, плохо стало? Тюм. Видите, с каждым разом все быстрее и быстрее. Я делаю эту грязную работу. Опыт, мать его.
Так, что вы там, чурбаны, блядь? Оу, вы уже здесь. Вот так вот, ребятки. Всю вашу армию порежу нафиг. Ублюдки чертовы. Это ж я ее выпал, Сэм Фишер, мать их. Так, пробираемся. На карачках мы тут. Блин, у него колени не болят? Постоянно так ползает. Так, ты что, не поднимаешься тут? Может, их нужно... Не, а как тогда? Ой. Так, дай подумать. А, вот же, так, о. Надо разобраться до конца, ребята. Вы ж не забывайте, что я тоже первый раз играю в эту игру. Сэм, я вижу приоритетную цель. Первые десятки списка Лэнгли. Если захватишь, мы сделаем посылку. Так, ничего, вниз? Да. Фух, ну чё, захват приоритетного объекта живым принесет дополнительное. Как его захватить? Опа. Скрутить через другое плечо. И что с ним делать? Так. И что дальше? Тут у нас есть помехи. Грим, как быстрее попасть к Кобину? Идите по улице. Понял. Так. Тут есть отход? Блин. Что с ними делать? Привлечь внимание. Какой-то шум, вон там. Давай, быстро. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Следующий. Да, блин. Они выдерживают несколько пуль попаданий. Крутые чуваки. Так. Падай ты уже, мать твою. Где наш объект? Еще носить этого придурка, блин. Ой, мать твою. Пошел ты мне. Ну, вроде нормал. Идем дальше.
Так, далеко его нести, а? Мне кто-нибудь поможет? Или я буду сам выполнять миссию полностью? Ой. Кто-то базарит, это плохо. Пятьдесят метров, бля. Тихо, хух. Я думал... Ой, тихо. Террорист. Террорюга. Блин, приближение, ничего не видно. Плечом все закрывает. Так. Так, ладно. Берем нашего страдальца и несем дальше. Так, далеко его еще тарабанить? Тут никого у нас. Я надеюсь. Вон вижу террорюх. Полежи. Ой. Да блин, терминаторы. Несколько попаданий. Выдерживает. Твою мать! Блять, сука, блять. Козел вонючий, блять. Блять. Сидеть, блять, скрутить. Фух. Грим, как быстрее попасть в Кобину? Иди мне по улице. Понял. Без лишних предисловий, мать твою. Где-то еще тут один должен быть или нет? Да, вот же он. Что-то там роется. Все, поспи. Давай, убегай отсюда, чувак. Давай тело, блин. Носить тебя еще. Не, чувак хочет тут сидеть, наслаждаться. Никуда не бежит. Так, это кто у нас тут? Великий Маджахед. Вот блин, а. Так, тут у нас... Ой. Вот он. Пук. И нет никого. И нет проблемы. Давай.
Ну, графончик так нормально, в принципе, на уровне, хоть и Unreal. Не сильно люблю Unreal, мягко говоря. Но графика, в принципе, не совсем уж полный отстой. Ой. А, ну да, тут еще можно. Так, эти два придурка. Как их? Да твою мать! Твою мать! Твою мать! Я не ту кнопку нажал, ребята. Я нажал этот... пробел, а надо было Q нажать. Так, ну вроде и так неплохо вышло. Я их замочил. Блин, тяжелая тут миссия. Одна миссия, и смотрите, сколько уже по времени это длится. Я не засекал, но не знаю. Уже, наверное, час это длится. Да, мать твою. Так, блин. Что-то мне указатель вообще в другую сторону показывает. Я туда вообще иду или нет? Подожди. Полежи. Сейчас надо проверить все тут. О, а как же мне тело сюда перебросить? Псы. Ой-ой-ой, сторожевые псы. Как же мне тело сюда? Ой, он даже что-то назад не хочет прыгать. Шо за прикол? Офигеть. Так, собачка, ты сейчас умрешь. Пук. И нету собачки. Что там с телом? Пусть валяется, да? Внимание, Сэм, полицейский участок прямо за углом. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в 200 метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Лол, вот это прикол, это тело. Это просто было тело какого-то левого чувака. Я думал, это был объект. Твою мать. Вот это да. О, вот это позор. Ну ничего, сделаем вид, что это были учения. Если бы я переносил тело какого-то нужного объекта. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так куда ж ты, твою мать? Иди сюда, чувак. Тут полежи. Поносил я тело какого-то чувака левого. Ой. Фух. Вроде это тревогу хоть не поднял. Я думал, уже труба. Так, может пойти вот сюда, наверное. Тут вроде пока поспокойней. Ой. Куда тебя выворачивают?
Ой-ой-ой, тут у нас, смотрите, вот это да, преграда, ёлки-палки, невидимая. Могли бы что-нибудь, я не знаю, машину поставить на крайняк. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Это на их совести. Тупо. Тупо главный вход и все, да? А вот можно еще перелезть. Забор им тут нужно отремонтировать. Ой, иди, иди, иди сюда. Опа. Оп, иди сюда, иди сюда. Вот тут полежи. Оп. Нормально вроде, собачка что-то там роет усиленно. Наверное, сейчас сядет какать. Блин, как же мне туда пробраться? Тихо, тихо, тихо. Собайло. Собайло. Тихо, чувак, тихо. Чё ты так нервничаешь? Все нормально, все спокойно. Нормал. Так, все, прорываемся в тупую. Это все-таки полицейский участок, тут народу до хрена. Так, все совсем плохо, пацаны. Все плохо. Я тупо уже прорываюсь на пролом. Вот наш Андрюшка Корбин. Я спросил, что ты забыл у американцев? Я же сказал, вы тут вообще ни при чем. Слово даю. Значит, ты нас презираешь настолько, что и сдавать не захотел, так? Нет, ничего подобного. Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай, будет только хуже. Нет! Ладно, ладно, не надо. Я им все рассказал, ясно? Я нашел Кобина. Пока да. Так, так, так. Чё ж вы предложите мне? О, вот это вещь. Нормал. Спасибо. Спасибо. Кто вас послал? Сэру? Откуда ты, мать твою, взялся? Давай, давай, сматывайся, Андрюшка. Сейчас, если это насчет той истории, заткнись. Нет, 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 не надо, нет, я. Пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Местные таланты. Не таланты, а скорее мутанты. Двигай. Живо.
Блин. Ты спасешь меня, да? Вот это бред. Так, какие будут идеи? Нужно было чаще молиться. И это все? Слабенький полицейский участок. Быстро давай, бля. Так, какая длинная миссия? Это всего лишь одна. А сколько их тут таких? Тем более всегда есть просчеты, приходится некоторые места перепроходить. Не дайте Кобину умереть. Ой, скорее меня пристрелят, а не тебя. Чёрта ублюдок. Ой. Да не туда. Меня пристрелят! Стоящая волна! Пытаюсь! Давай, блин! Вон еще! Да ну! Ой. Это тяжело, ребята. Я не знаю, как тут выжить. Серьезно. Давай быстро, блядь. Да где ж тут выход? Смотри, чтоб не крутить. Я на месте. Понял. Вытащи меня отсюда. Блин, кончились патрончики. Что у нас там еще есть? Полежи. Шутишь, у меня даже ботинок нет. Двигай. По стеклу. Голыми ногами круто. Хватай. Зачем? Давай. Давайте выбираться с этого пекла, мать твою. О, неужели я прошел эту миссию? Стили, набирайте очки тремя способами. Призрак, пантера, штурм. Призрак, оставайтесь незамеченным, не убивайте врагов. Стиль призрак позволит набрать больше очков. Пантера, выслеживайте врагов и незаметно убивайте их. Используйте рукопашные приемы и бесшумное оружие. Штурм. Сразитесь с противником лицом к лицу. Используйте громкое оружие, взрывчатку. Продолжить. Призрак. 4 бесшумных оглушений. Очков 500. Пантера. 29 бесшумных убийств. 2900. Эффективность 500. Уклонение от врагов 0. Штурм. Оглушенных в бою 0. 27 убитых в бою. 2025. Плюс 250 эффективность. Бабло прям льется на меня. Бонус. 43 минуты. Завершено за 65, счет 4390. Результаты. Общий счет. 10. 105 штук я заработал, 650 баксов. Ну нормально, чё. Неплохо он за одну миссию зарабатывает. Никак не обойтись.
Ну? Ладно. 6 недель назад на меня вышел клиент, и он хотел калаши, грады, ракеты, все подряд, в общем. Предлагал много зелени. Да, выгодное дело, даже слишком. Твоим оружием напали на Гуам? Эй, я же не знал, кем торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только что. Они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как гордились. Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов. Да. Херово, правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И что вы, дебилы, не прибили меня за Гуам? Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Грим, вы с Чарли наройте мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Вот так-то, пацаны. Ну вот, одно задание я выполнил. Так, ну что, ребята, давайте на этом закончим. И продолжим в следующий раз. Думаю сделать полноценное прохождение. Хотя у меня еще висит третья часть Saints Row. И с другой стороны, уже на подходе четвертая, вернее, она уже вышла. Вот такие вот дела. Короче, новинки повалили, как из рога изобилия. Не знаю, за что хвататься. Такие дела. Ну, что по этой игрушке сказать. Нормальная игруля. Можно поиграть. Графика, как для Unreal, более-менее. Все, конечно, в таком... В стилистике Unreal. Все в цветовой гамме такой приглушенной. Немножко... И такие модельки какие-то мультяшные. Вот посмотрите на вот этого чувака, который сидит за компом. Ну, не похож он на такую настоящую модель. Какой-то он игрушечный. Такие вот дела. Ну, смотрите, вот графон какой, видите, даже пупырышки видно у чувака на плече. И на футболке, смотрите, какие узор хорошо виден. Щетина. Моделька так неплохо прорисована. Ну так, более-менее графончик. На троечку потянет по 5-бальной. А по геймплею это старый добрый Сэм Фишер. В принципе, то же самое. Все, короче, давайте, ребята, до следующего раза. Ставьте лайки, кстати, потому что иначе мой канал завернется и новых видео не будет. Такие дела. Поэтому, я думаю, вам не тяжело, поставьте лайк в конце. Давайте увидимся, услышимся в следующий раз. Всем пока.